наверное, будет немножко циничным сказать «добро пожаловать в Кошице». Вы-то явно не ожидали здесь оказаться. Да, так же, как и вы. Ну, мы-то здесь играли, это ладно, но... Ну, в любом случае, да, конечно. В чем проблема? Что пошло не так? Ну, в чем проблема? Проблема в том, что создали кучу моментов для Чарли. Третий период, 15 на 4 бросков. Не смогли забить. Булитов, я так думаю, что у нас ребята, которые били булит, они на протяжении всего сезона КХЛ забивают практически каждый булит. Здесь не получилось немножко, не повезло, поэтому... Такое пронеживие, я так понимаю, в частности. Сашка, да. Угу. Херберт, который Василий бьет в Германии, каждый булит тоже. Вы знаете, вы практически описали сейчас картину белорусской сборной, только в матче с Францией, что дало многим основания утверждать, что, дескать, а может быть, вот он и есть, уровень КХЛ, и все закономерно? Да, нет, конечно. О чем мы говорим? О чем тогда мы говорим, если у нас КХЛ играют и финны, и чехи, и словаки, они полкоманды играют. То есть это чистое воды совпадение, что две команды свалились в релегейшн, где, в общем, давно не были, да? Ваш белорусский коллега еще до вашей игры с Данией сказал, что предпочел бы другого соперника, чем сборная Латвии. Вы могли бы то же самое повторить? Мне бы лучше было играть в Латвии. В чем неудобство для вас с белорусской сборной? В чем неудобство? Ну, во-первых, играем практически в Латвии. Ребята есть исполнители, более мастеровитые, более... Ну, во всем. Комиссионные всякие, школа есть школа. Сложно играть. То есть предполагаете что-то вязкое, что-то тягучее и с минимальным количеством заброшенных шайб? Я правильно вас понял? Ну, не знаю, как мы будем когда в Беларуси будет играть. Потому что у вас немножко ситуация лучше, потому что вы играли уже в Австрии. Масса более хорошая, мы поиграли вчера с Словеном. Такой игры я давно не видел. И сказать, что очень недоделенно. Очень плохой игрой мы играли. Но я знаю, что конечно, больше психологически мы снабломили. Просто не смогли собраться после осуждения игра. Словен отдыхали по второму. Сразу играли, сломались. Я думаю, что психологически, конечно, сильно. Перелет много отнял сил? Да, я не думаю, что перелет. Все летаем уже на протяжении всего сезона. Какие-то проблемы? Проблемы, главное, это психология, да? Помимо поражения от Славы. Да. Ну и как думаете, заводить, стряхивать? Надо же, надо. Надо, конечно, куда двинешься. Да. Как? Есть какие-то фирменные приемы, еще не использованные, но эффективность доказана? Нам отступать некуда. Ясно. А разведка уже поработала над ближайшим соперником? Еще нет, но сегодня просмотрим все это. Ну, мы просто не готовились к белорусам, если честно. Поэтому как-то...